приятных 850 километров, и мы с вами в Камянце-Подольском, одной из жемчужин туристического мира Украины. Третий город по количеству различных архитектурных достопримечательностей после Киева и Львова, по некоторым источникам. Идем на экскурсию. Прямо! Руш! И те, что сами робим, планшет для тех, у кого нету интернета. Ну, тормози.
Теплото и тиша. Километров от Каменца-Подольского, мы в Черновецкой области, Хотин и Хотинская крепость. Смотрим. Давай, скрипай!